Слышь ты, черепись дрых вытянутыми руками, отвали от меня. Ха-ха, ты прикольно бегает. Ха-ха, это угар. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусь Санек, FM Zoom, Шрек, Феникс, Суслик, Черный, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. 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 Всем привет. Всем передаю привет. Ребята, сегодня мы будем выживать в большом лабиринте от новых NPC по игре SCP. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, убегайте в лабиринт, потому что сейчас будет очень жестко. Так, я даже не знаю, на что они способны, потому что это... новые NPC, и они, наверное, будут очень круто сделаны. Мы раньше их давно когда-то записывали, но их обновили. Поехали. Давайте проверим, сможет ли он превращать меня в зомби. Так. Смотрим. Так, в зомби он не может меня превращать. Может! Теперь стало нас двое уже. Еще давайте, чтобы было много зомби. Так, ну что, пацаны, я прописал классную команду Nav Generate. Они будут теперь очень классно знать лабиринт и находить все лазейки. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень крутое. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord. Так, сейчас я, короче, дойду до вышки, а с вышки уже буду ставить очень-очень много. Поэтому досмотрите до конца, в конце будет, как всегда, очень много разных NPC и куча смертей от пацанов. От NPC. Там уже Шрек на... Да? Вы уже добежали, в принципе? Так, я помню, что надо сюда. Этот лабиринт очень хорошо помню. Уже сколько раз я тут погибал, уже можно было выучить наизусть. Так, пацаны, вы поднялись уже на вышку или еще нет? Там двое. Так, я приближаюсь я уже... тоже. Я помню, сюда. Сюда, и вот тут сейчас будет вход. Все помнится. Так, сейчас у нас будет очень много скромников и очень много всяких разных NPC. Ну что, пацаны, вы готовы? Да, капитан. Полетели. Так, давайте будем ставить. Так, наверное, статую эту мы в конце поставим. У нас есть 0.96. Олдовский. Поехали. Они падают? Да, вон он внизу. А, вижу. Еще ставим. Много ставим. И давайте поставим Крисмас. Так как у нас скоро Новый год. А, это супер. Вот это, пацаны, вообще жесть. Ну что, кто не боится спуститься? Или подразнить их, да, их надо, насколько я помню. Давайте. Постреляем, давайте. Опа. Ой, начали подлагивать, давай немножко удалим. Я что-то переборщил. А, я помню этот пак, они не сильно оптимизированы. Их нельзя поставить 100 тысяч штук, как я хочу. Так. Я вижу, начали кричать. Ну что, я тоже спускаюсь. Эй, не лагайте, мужики, вы чего? Так. Я вижу, разорвали пацана. А, из-за того, что они в толпе застряют, начинают вот такие вот подлагивания происходить. Ой-ой-ой, такой страшный крик. Ор просто. Дим, привет. Я скромника нарвался. Че, поддергивается все, подлагивает. И вообще, остались хоть парочку, или я всех удалил? А, не, я вижу. Так. Он сможет ко мне залезть или нет? Давайте проверим. Это он кричит жестко вообще. Побежал. Куда он побежал? Я тут. Мужик, я тут. Ой, с пулемета. Вы где-то такое еще видели? Нормально, пацаны, нагибает. Но ничего не происходит почему-то. Ой, я упал. Убил сразу. Мгновенная смерть. Так, давайте все-таки для прикола поставим одну статую. Потому что я понимаю, надо делать веселье. Так, у нас есть вот такая вот статуя. Она за спиной уже? Тихо, статуя, ну спокойно, успокойся. Что за мной? Во, переключилась. Ха-ха-ха, Фокси, тебе жопа. Я уже опять на башню. Тихо. Это что, часто моргаешь, что ли? Успокойся, статуя. Привет. Уходим, спокойненько. Не переживаем. И ставлю в голову. Блин, я ее боюсь, она сильно жестко на меня нападает. Давайте еще одну поставим. Все, одна отстала от меня.
Еще одну надо теперь как-то от себя отлепить. Дима, тихо. Очень... Так, пацаны, а что они к вам не агрятся? Давайте одну там поставим, чтобы пацаны было веселее им. О! Отлично. Еще одну давайте поставим. Так, это уже две за мной. Ребята, напишите сейчас в комментариях, у кого самый любимый и какой из SCP. Я люблю вообще-то самого больше это скромника. 0.96. Он очень крутой. Ну и статуя у меня на втором месте. А на третьей это 0.49, чумной доктор. Ко мне статуя пришла. Да? Все правильно. Да. О, зомби пришел. Ай. Есть, зомби слился. Ай. Тихо, 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 успокойся. Ого, там взрыв был. Кто-то там бомбу с КС-ки взорвал, я вижу. Я знаю эти взрывы. Так, будем петлять. Хочется еще немножечко пожить. А если мне бомбу заложить? На живот? Да. Она вроде не приклеится. Приклеится, приклеится. Ух, там что такое горит? Нормально вы там подожгли, пойдет. Так, все, я от SCP-173 отпетлял. Давайте погуляем, походим. Так, о, кстати, у нас же есть SCP еще с другого пака. Мы сейчас оттуда еще поставим. А, я помню, у нас же еще есть вот такие вот собаки. Так, ставим собак. Собаки, собаки-балабаки, да, сейчас. Ну что, собака-балабака? Есть, пошла. Так, давайте проверим, сможет она ко мне прийти или нет. Нет, она не может, кстати, меня достать. Это хорошо. Это хороший знак. Так. Отлично, кого тоже сожрали. Я упал, надо теперь бежать, потому что эта собака придет ко мне. Срочно, срочно, срочно. А? Что там, SCP-173 мочат вас или нет? Потихонечку. Ну это хорошо, пацаны, все сходится. Так. Отлично, я наверху. Так, давайте проверим, собака ко мне сюда придет. Не, собаки нету. Ко мне уже пришла, да? Так, ребята, сейчас буду ставить с другого пака еще. Потому что у нас есть очень классные SCP-шки. А вот с этой... А это что, у нас другие совсем? О, собака пошла. Кстати, да, вот другой пак у нас есть. Обиделась, пошла вниз. Так, на меня не надо идти. Ого, нагавкает. Вот это будет побыстрее. О, прикольно. Так, давайте проверим, что-то еще. Тут у нас есть собакела. Прикольно. А еще вот такая у нас есть собакела. Нет, тут это не надо мне, слизь вонючая. О, во, настоящий скромник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, наверное, он сейчас за мной побежит. О, собака, собака, отвали! Блин, жесть. Ну ничего, за то, что я умер, теперь я далеко от них, они теперь все там, на вышке. Пацаны, надеюсь, вам там сейчас весело. Я слышал, как она гавкает. Да? Она прикольно гавкает, звучка офигенная. Так, пошлите. Возьмем арбалет, будем идти, что арбалетом отстреливаться. Так, никого. О, я знаю, что надо сделать. Я придумал. Сейчас, ребята, хотите эпик? Давайте. Сейчас все будет, не переживайте. Так, мы заходим в NPC. Заходим. And next bo... Так я же всех удалил. О, нет, вот так вот. Ого, что за звук? Когда их удаляешь, такой звук прикольный. И начинаем спамить 0.96. Очень много. Очень много. Ой-ой-ой. Я пришел прям, тут его спамлю. Ой-ой-ой. Да все нормально, пацаны. Теперь надо и что? Главное их заагрить. Агрим. На, понюхай. Почему прям передо мной они спамятся? Так, давайте. О, первый пошел. Первый пошел. Давайте теперь по этому. Еще один пошел. Ребята, ну что, сейчас будет жестко, потому что они все к нам сюда идут. Первый пошел, пацаны, смотрите, поднимается по вышке. Готовьтесь. Бежит, бежит, бежит. О, вот это скорость у них. Готовы? Сейчас спаним. Опа, обиделся, что ли? Ты дурак? А че он? А, тот спрыгнул. Так, давайте еще подразним. Вон, я вижу, еще есть. Навесик. Есть, попал. Не попал. Такой навесик небольшой добрать. Есть, попал. А! Ёлки мотал. Тебя пока там агрило, они, короче, уже начинают там мочить всех. Жесткие.
А у нас еще есть другие. У нас есть еще с другого пака, прям вообще еще сильнее, чем эти. Сейчас я вам покажу. Так, вот есть у нас SCP SB. Вот здесь вот, конечно, у нас вообще жирнячий пак. Давайте будем... Так, вот это, да, вроде бы? И вот этот еще есть у нас. Так, давайте ставим. Надо поставить больше. Сейчас, NPC. Это уже стоит 52. Давайте до 100 увеличим. 100 SCP-шек. SCP-шный дождь. Аллилуйя, SCP-шный дождь. Вот это он сильно хочет меня убить, смотрите. Очень мощно хочет меня убить. Они тут дискотеку устроили, но мы живем. Хотя у меня порвать не получилось. Че там, не получается? Вот это сильно, пацаны, убегайте. Они все за мной, они все за мной. Есть. Ух. Как он теперь достанет? Он меня никак не достанет. Вот это они пацанов убивают. Смотрите, сколько смертей. Они что, между собой дерутся? Да, сколько трупов. Ты че орешь на меня? Ты дурак, что ли? Вот это они кричат. И давайте для веселья поставим пару статуй. Раз. Раз. И у нас еще тут вроде бы есть где-то. Тихо. Тихо, вроде нету. Две штуки. Три. Вот, все, три разных статуи. Погнали. Так. Кстати, классно сделано, что я теперь вижу анимацию, когда я моргаю. То есть в этот момент она приближается. Так, ну они еще пока мисс ни за кем не агрятся. Это очень странно. Стреляй, стреляй, стреляй по нему. У них жизни очень много. Тихо. Одно исчезло. Одной уже нету статуи. Где взрыв? Нормально, нормально. Вы хотите с ней повоевать? Ну давайте. А, я так понял, что мы все смотрим на них, из-за этого они не могут двигаться. А, все три. Я думал, все-таки и две стоит. Мочим, мочим, мочим. Что-то не получается их убить. А, давайте возьмем что-нибудь другое. О! Неплохо так раскрышило. Но у них жизни, наверное, 1100, наверное. Так, пацаны, я пошел вниз. Попробую повыживать. Погнали. Я сейчас тупики, возле меня два скромника стоят. Я выйти не могу. Они за мной бегут, я слышу. А не, никого нету. Спокойно все, ребята, все чисто. Штук 60 или 70 у нас сейчас из цепишек бегает по лабиринту. Прям вообще мощно. Попробую добежать все-таки до башни. Я уже знаю наизусть, как мне идти. Так, приближаемся. Там башня, да, все четко. Ого, их тут сидит. Ладно, 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 пусть сидят, мы их не трогаем. Вообще сильно. Они по воде бегают. Да? Нет. Они по воде могут бегать, ты думаешь? Они плавают. Я такого не помню я. Нет, Дима. Ой-ой-ой-ой, орут, орут. Пацаны, что, они вас там убивают, нет? Нет. Ой, я нет. Ой, я знаю, что надо сделать, чтобы их загреть. Сейчас мы их загрим, подождите. У нас есть вот такая вот бомбочка небольшая. А! Не надо. Фух. Вот это я дернулся. Да чё, дурак что ли так убивать? Я пошел с мечом. А, еще раз убила. Ой. Так, сейчас. Все нормально, пацаны, я их заагрю сейчас. Не бойтесь. Бум, все, они теперь все заагрились, пацаны. Все. Нет, по всей карте. Вот это же будет вообще веселье. Здесь какой-то апокалипсис уже. Да я вижу, я вижу. А что они дальше стоят? Хорошо, сейчас мы еще небольшую бомбочку кинем. Ой, убил. Ой. Вот такая вот у нас есть бомбочка. Мини-ядерная бомба. Отвали, тварь. Ой. Полетела, полетела, пацаны. Сейчас не всех убьет. Ой. Ой, красиво, кстати, взорвалась. Слышь ты, черепиздрик вытянутыми руками. Отвали от меня. Ты прикольно бегает. Это угар. А я бегу за Димасом и хочу убить. Нет, не получилось. Вот давайте, чтобы он через красную гранату пошел. Ему все равно. Да у меня жизни куча отнялась. Эй, пацаны, осторожно с красными гранатами. Вот
это мы разошлись, тут вообще мощно. Так, еще небольшая бомбочка. Пошла. Ой, красиво запустил, ребята, смотрите. И еще одна. Только меньше. Во-во-во, вот так вот, навесиком. Все, чисто там, где они стоят. Неплохо, неплохо мы их разрываем. И еще меньше надо навесик делать. Вот так вот. Ну я сейчас тоже умру, наверное. Что, они бессмертные? Нет, они не ого! Тут чья-то жопа отлетела, полудохлая. Нифига себе мы их гасим. А мы всех убили или еще есть живые? Нет. Еще живые. Еще есть живые? Хорошо, кидаем. Ой. Полетело. Ой, красиво. Дима, ты позволяешь мне бомбочку кинуть? Да, кидай, только не сильно мощный. О, навесик. Уничтожаем всех. Бегут к нам. Ой, радиация. Откуда ты взялась, тварина? Давай я помогу тебе. Бросай. Я тоже запущу бомбу. А что за бомбу хоть мы там бросили? Ой, просрала. Ой, не просрала. Ты хоть показала, что из цепи ее взорвало? Короче, из цепи начали бомбу взрывать. Вообще мощно. Че, вы всех убили или нет? Нет. Еще там люди есть. Ой. Так, пацаны, ну что, теперь я делаю вакханалию. Готовьтесь. Давай. Ой, ребята, сейчас будет прям вообще жестко, потому что пацаны даже не ожидают, что я сейчас буду делать. Ой. Ну что, вы сможете их убить? Мне попробую. Ну я думаю, хватит для начала. Вот это да. Пойдет? Ой. Ой. Умирают, рассыпаются. Рассыпаю. Ой, я тут лучше постою. Хорошо, что мне сюда их... Ой-ой-ой, сейчас, наверное, сюда. Ого, тут бомб набросано. Я тоже сейчас сюда брошу им бомбочку. Полетела. Красиво. Те живые? Еще живые, да. Те живые. Ребята, ну мы сейчас прям... О, я знаю сделать так, чтобы они были не живые. О, Дим, можно поставить пушку. Что ты сделал? Ого, вода выплескивается с этого бассейна. Что происходит? Они живые, пацаны, мы еще моргаем. Серьезно? Да. Сейчас. Я не моргаю. Люблю ролики, где мы взрываем бомбы. Прощайте. Ой. Че, живые они еще или нет? Ой. По жопе мне на бомбой дал. Все, мы всех убили, да? Да, походу всех. Моргаем все еще. А, кстати, да, моргаем. Моргаем? Стойте, сейчас будем не все. Мы еще моргаем. Ну, по идее, мы всех убили. Ну да. Ух, ё-ё-ё, тут на карте просто все в дыму, жестко. Короче, победила из цепи. Да. Потому что мы умерли вместе с ними. Должны были выжить мы или они. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения и всем пока. Апокалипсис. Что происходит?